С наступлением лета все дети с нетерпением ждут любимого всеми армянами мира праздника Вартовар. Несмотря на то, что в Нинуцминде трудная ситуация с водой, с самого раннего утра люди обливают друг друга водой, невзирая на возраст, пол и социальный статус. В народе считается, что если облили водой Вартовар, то удачливым будет весь год. Причем, как бы тебя ни обливали, нельзя обижаться в этот день. Считается, что вода на Вартовар обладает целебной силой, несет любовь и очищение. Это тот день, в котором все взрослые и моего возраста люди вот так делают. И тут взрослые играют, и всегда весело тут. И прекрасная страна тут. И это очень, это один из моих любимых праздников. Люблю этот день. Ինձ համար Վարդավարը շատ հետաքրքիր քշտոներից մեկն է։ Վարդավարին բոլոր երեխաները ուրախանում են, նմանավանդ այն ժամանակ, երբ որ ջրերը իրար վրա նետելով, նրանք ուրախանում եւ իրենց ճիճը հարձակելով շատ ուրախություն են պարգևում։ Նմանավանդ այն, որ եթե մեր ծնողները տեսնում են այն, որ մենք ուրախ ենք, այդ ժամանակ նրանք նույնպես շատ ուրախանում են։ Եթե մեծերին ջրում ենք, նրանք չեն նեղանում, որովհետև դա տոն է, դա սուրբ ջուր է։ Вартовар – это самый большой летний праздник, один из главных праздников армянской церкви и один из самых любимых в народе. Вартовар отмечается на 98-й день после Пасхи. Так как Пасха является переходящим праздником, день празднования Вартовар также каждый год различен.